4 современные команды. Кал. Девочку чпокал дельфин. Кал. Это ремейк, собранный как пазл. Кал. Никакого отношения к юмору. Кал. Вовлечение члена жюри в анальный секс. Валдис, если вам не трудно, выйдите, пожалуйста, на сцену. Очевидно, канал на канале, но зато с костюмами, танцами. При этом они еще и умудрились показать бизнес, капитал, амбиции, стартапы, бренды, роботы, наночастицы, силиконовая долина, Google, Apple, плюс Агафон. Вот и получается, что визитка получается, по крайней мере, получается ярче, чем получается. Теперь Надо писать самим, ребята, это просто большой шедевр. Мне весело представлять, что Пашненко поморщился. Давайте вспомним, как Луб Харламова упал вниз. Поэтому вы и сделали резиновый. После чего умудрились впечататься в опять где пальчиком. Только не делайте вид, что это случайно получилось. Тяк! 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 Как смешно! Тяк! Я и не смеялся! Как смешно! Как смешно! Тяк! Этот бризон Луб меня. Это Спарта. В реальной жизни дельфин, ну, всегда приходит конец. И дельфин, ну, с конец. Два. Приветствие. Жижа накрыла нас тот. Честь, честь, бригада, чище. Вдруг зазвонил за телефон. И голос там мужчище. Бегу, бегу, убей. Накини жиж ветровку. Ведь его соседа сосали. Га-га-га-гу. Временной отрезок между полуфинальными играми и спецпроектом меньше. А как команды, как которые не могут за лето подготовить, как качественный материал, чтобы попасть в финал? Здесь вы заметили налет вторичности от Стогниенко и скинули его кавказцам. То, что получалось продавить у Гигашвили, не получается продать у Добролюбля. Кстати, вы заметили, что Бушуев не напряжный.